Всем привет, дорогие зрители! Сегодня 12 марта. Хочу вам цены на субботнем рынке в Махмуд-Ларе. Вроде солнечно, погода немножко похолодала. Вроде в некоторых городах снег выпал. Сейчас. Правила постоянно меняются из-за ситуации. Посмотрим, какие цены на сегодня. Короткий ролик сниму. Времени мало. Народу тоже здесь много. Кабак 12 лир. Баклажан 15, помидоры 15, помидор даже за 3 лиры есть. Одна штука 5 лир, капуста. Здесь баклажан 20 лир. Чеснок вы уже видели. Гранат 15 лир. Чилек, он ли рама? 10 лир клубника. 10 лир клубника. Ага. Большие клубники 30 лир. Органик клубника 10 лир. Красный апельсин, кто не видел. 15 лир стоит. Болгарский перец 13 лир. Желтые помидорчики. Грейпфрут. Одна штука 5 лир. Картошка 7 лир. Abi Zeki Müren de görecek bizi. Sizi çekelim mi? Çek abi, Zeki Müren de görsün. Tamam. Hayırlı işler, kolay gelsin. O, Bayram abi, hoş geldin. Nasılsın? Suha Frukte. Семечки 35 лир. Хурманын пошети кач лира? 20 лир стоит хурма. Пачка. Это уже с других стран. 180 килограмм. Граната. Thank you.
Батонлу, алтонлу, батонлу, алтонлу. Груша 12 лет. Грейпфрут 7 лир килограмм. Апельсины 5-7 лир. Киви 15, 20, айва 8, яблоко 5 лир и выше цен. Hadi Washington. Брокколи грейлеры, одна штука. Что делать? Людям помогаем, чтоб цены знали. Мне назад или вперед? Я паузу нажму. Так. Пять лет помидор сесть. Огурцы 10 лет. Анладым, анладым. Айнан. Ну и все, дорогие. Плюс-минус цены. 1 лира, 2 лира, 3 лира, туда-сюда. Но по вечерам цены немножко идут вниз. Так что всем здоровья и терпения. Всем пока-пока.